как я говорил, не одна пусковая шахта. Вот она вторая. That's candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can. Так, да, смотри, вон там вон вход. Ну, туда, скорее всего, мы будем пробираться уже по теплу. Жека, смотри, какая булочка. Вообще ништяк. Ну, долбануло здраво. Такая бомбили. Тихо, что там лопает? Блин, ну вообще умат. Короче, мы все приедем, знаешь, что сделаем по теплу. Шашлычок прям это. Возле шахты. Че? Воткнулось или что? Давай, ну. Слушай. Там снега дохуя. Когда еще покидаем что-нибудь в пусковую шахту? Да, там лед вообще получше. Ты что шумишь? Ты не забыл, что мы здесь не одни на территории, а, Жека? Да ты думаешь? Да. Давай, Клань, кидани. Ладно, пойдем пошаримся где-нибудь еще. Ладно, помоечник, пойдем. Я не знаю, зачем ты по мойкам ковыряешься. Я начал первый. Не, я навряд ли. Водитель. Да, здесь машины стояли. Короче, мы решили разыграть эти ржавые таблички. Сейчас мы их тут спрячем. Че, нормально? Короче, если наберем 50 лайков на этом видео, то мы их разыграем. Стекло, смотри, еще даже сыренькое. Угу. Давай фонарик убавь. План общего проведения. А, паёк. Паёк? Ну-ка, а тут, подожди, а что тут у них за паёк? Соль, сахар. Ну, в граммах. То есть, получается, им еще по граммовке выдавали? А, ну вот, в ту дырку я и смотрел. Угу. Плиточка. Это похоже на сварки. Панелька. Дверь. Вот, смотри, еще стекло целое. Ну, походу, вход, ну. Ты видишь, его заложили. Слушай, ну-ка. Переверни-ка его. ЗИЛ. Эксплуатационный. Что там? М968. Походу, Запорожец. Запорожец? Угу. Ну, мы, конечно, не шарим русских машин. У нас таких, блядь, не было.
Да, у нас таких не было. Слава богу. Это навряд ли бронированная. В смысле? Слушай, может заберем? Ну-ка, проверим. Главное, чтобы не отрикошетило. Ага, бронь, блин. Паленка. Подожди, пойдем туда. Ты посмотри. Свинец. Ни хера тут его наплавили. Чем-то полное. А это что-то замороженное. Ты че? Подожди. Типа кладовой? Я эту программу смотрел. Да, так себе. Слово пастыря. Животное. Где животное? Где нафиг? Тургусский эксперимент. Ты животное найди, которое село на меня. Это что за нафиг? Где он? Вот он. А что это за фигня? Темное насекомое. Какое темное? О, что за журнал? Фу, брысь отсюда. Кыш, кыш. Там ничего нет. Пойдем в соседний зайдем. Я первый? Да ладно, что ты там фонарик, просто боишься. Я просто во все бункеры всегда первый захожу. Ну. А ты боишься. Хрена тут дубак. Где? А тут у нас что-то интересное. И что тут могло быть, как ты думаешь? Что-то допотопная кружка. О, море. Ну-ка, давай посмотрим, сколько раньше стоили сигареты. Там не написано. Разве не писали? Ложка. О, слушай. Мы же с тобой обеды взяли, ужин взяли. А ложки мы-то не взяли. Ни ложки, ни вилки, ни кружки. Ложки что, возьмем, отмоем. Так, что там? Читай. Радиостанция. Пусть фонарик увидит, светит. Подожди, сейчас фокусирую. Р 105 М, фотоаппарат. Внимание. Печать опускаю. Почтовый ящик. Данный прием на сдаточных испытаний изделия. На печати поставщика. Формуляр на радиостанцию. Радиостанция в ранце. Два изделия. Очень интересно. А там что? Какие-то печати какие-то стоят. Ну-ка, дай-ка засниму. Декабрь, 96-й. А количество часов 85-й год, 86-й, 87-й, 88-й. Ну и так далее, короче. Тут. Вот 77-й даже есть. 77-й год? Прикольно. Военная часть 47062. Какая часть? Военная часть 47062. 11.9.85. Сведения о движении, что там, изделия при эксплуатации. Думаешь, это вот эта военная часть 47062? Мне кажется, нет. Это, может, привезли откуда изделия. А что за изделия?
Ну вот это радиостанция. А, радиостанция? Да, радиостанция. Ну тут смотри, даже 77-й он идет. Где? А, 77-й. Количество часов 1-1. А здесь уже дальше пошли 96, 104, 143. Это сколько они на ней наработали. Старт-стопный телеграфный аппарат. СССР. Ты вообще знаешь, что это за старт-стопный телеграф? СТА-М67. О, ну-ка, дай-ка. Техническое описание. Инструкция. Внимание. Это? Покупку производил упаковщик склада. Фамилия, имя, отчество тут есть? Вызовем потом. 97-й год. А, подожди, 74-й. 74-й год. Ладно. А что вы, пни этот ящик. Что это вообще такое? Ты все равно внизу там. Одежка, одежка. Фига себе какая. Слушай, интересно, зачем все это... А, вот, смотри, номер. Чека. Номер. Чего номер? Ух ты. Вот это мы возьмем с собой. Да, обязательно возьмем. Мы же должны с собой сувенир куда-то привезти. Только станция японская добавляется. Японская? Да, не, не. Это... Да, японская. Что-то рухой. А, то есть в Советском Союзе, в смысле, все-таки японское использовали. А может не японский, может китайский? Да не, ничего тут интересного уже нету. Ну да, кстати. Ты знаешь это? Ты главное это. Фу, ни хрена себе, выходишь с минусов тепло, ну, по башке сразу дает. Ты только это, не потеряй его, когда мы будем убегать. Мы нашли третью пусковую шахту. Слушай, так а может мы сейчас еще четвертую найдем, а? Как думаешь, пойдем? Прям в наглую пойдем? Тихонечко будем. А вот подумай, что на дерево. Думаешь? Можно будет делать полгода. О, видишь, сидит. Сидит, да. Стопэ. А это что у нас тут?
Да. Слушай, ну я думаю, нас, наверное, не заметило. Может, у него выходной сегодня все там? Может, он синий? Ага. И как мы через это все пойдем? Ну там, скорее всего, рабочая. Давай вот здесь пойдем. Ну да, или мне кажется, это подходит. Короче, давай, если вытекать нафиг. Нет, не убился вроде бы. Микрофон на месте? Да, все на месте. Хрена себе. Вот, блядь, ступенька нахуй. Где ступенька? Где ты тут ступеньку? Вот одна, вот вторая. Охренеть. Да я просто сюда встал. Я не думал, что тут долбанусь. Ну с кем не бывает. Подумаешь, упал. Ну, в нашу сторону. Может, текаем нафиг отсюда? Че нам будет? Мы ж просто свалим отсюда. Блядь, где спуска-то? Рядом. Смотри, сейчас вот он из-за кустов вынырнет. Вон он. Видишь? Слушай, реально вертолет летит. Ну-ка, давай-ка. Отойдем-ка. А подожди, он сейчас здесь пролетит. А, вон он летит. Вон он, все ближе и ближе. МЧС? Ну блин. А мы думали, мы сняли какой-то прям засекреченный объект, и на нас вызвали тут авиацию. Что там, никого нету? Ну это подстанция, слышишь, гудит? Она работает. Вот с нее, видишь, вот последняя тупого. Ой, блядь, последний столб. Слушай, так она, скорее всего, это питает, может, станцию ту ледяную? Почему? Она идет вот отсюда, потом мы вдоль проехали когда по дороге. Нет, это последний столб, видишь, дальше нет электропередач. Там пооборвали, дальше столбы освещения только идут. С этого столба, видишь, вот провода сюда идут на подстанцию. А вон те, вон туда вот идут. На нее же ток приходит, она же его не зарабатывает. Там стоит машина. И рядом экскаватор. Да. Корона премия уже даже как стоит. Корона премия стоит же. Ну, в общем, это интересный объект. Мы повидали здесь много интересного. Три пусковые шахты. Хотя я ехал только за одной. Сейчас мы попробуем отснять СИЛ, который там стоял. И, наверное, будем закругляться.
курсе, что мы сейчас пойдем по открытому полю? Задолбал, ты шиповник, я уже ненавижу шиповник, честно говоря. Вот он, блин. Вот тут тьма просто, блин. Сейчас мы будем максимально тихо разговаривать, ходить. Потому что мы рядом с домом, где находятся люди. Где лампочка? А, ну да, вон я вижу, горит. Здесь, наверное, курятник какой-то был. Что-то все-таки интересное. Нет. Под полами. Ты же в советское время строилась. Гантелька. Видать, вот это. Кто-то, наверное, знаешь, живет. Мне кажется, кто-то живет. Ну, вот этот. На халяву, но. Видать, наверное, на металла нарыл. Поехал, сдал. Также его незаконно. Дерево пилит, продает. Мужик вообще красавчик. Листы нарядов. Главное, знаешь, чтобы у него ружья не было. Так что, текаем отсюда? Пойдем еще только зелок посмотрим. А это что у нас? Слушай, это походу душевые. Камера пыток. Ты как... Понятно. Сюда ходит упражняться. О, так слушай, тут еще провод идет, смотри. Ну. Че, типа, с обогревом, что ли? Наверное. Слушай, а зачем, интересно, здесь все складывают? Здесь, смотри, из двери что-то построил. Думаешь, гостевая? Наверное. Да не. Мне кажется, это камеры пыток. Ни хрена там же оттуда жар идет. Пойдем лесом. А то зато он свеженький, смотри, лежит. Ну, в смысле, вон, что он там, фундамент какой-то ставит. Ага. Это у кого у тебя? Кто? Нет. Ты можешь... Нет, тоже функция самолет стоит. Так, решили мы обойти лес. Вернуться все-таки посмотреть этого зелка. Это газик зело, какая разница? Я не понимаю этих русских машин.
почему не пойдем? Ну, попробуем прорваться. Там подъехал грузик маленький. Походу ждет кого-то. И рядом с грузовиком лежат наши велосипеды. Стал по заброшенной военной базе, где мы нашли три пусковые шахты. Хотя я думал, что там будет одна. Конечно, я под большим впечатлением от увиденного. И как бы чуть разочарован тем, что все разрушено, шахты подорваны. И повстречали, ну, не знаю, как бы мне не хочу оскорбить, мародеров, которые выкапывают металл, сдают его. Не знаю, как это объяснить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, потому что дальше мы едем на хранилище ядерных ракет.